Так. Это будет долго и увлекательно. Особенно в бомбе. Сейчас очень много комнат увидим, наверное. Интересных и не очень. Этот забег будет на час с лишним, я так подозреваю. Было бы неловко сейчас в ошибку Если будет башка, это будет очень хорошо. Ну, будет император, кстати. Это тоже хорошо. Хочу ли я его на втором этаже прожать, чтобы сделку получить? Или придержать до самого конца? Если я придержу его, то я откажусь от каких-то других карт. Но вомб очень сложный. Поэтому я думаю, что имеет смысл остаться с императором до конца. Я хочу в золотую сначала. Лостом без мантии два этажа пройти. Две ачивки будут. Три получается даже. А, да. Получается, три ачивки будут. Ева, Самсон и Туз. Так, у меня еще ни одной ачивки, хотел сказать. Ни одной секретки не посещено. Сейчас узнаем, где они.
Зря взял. Ну ладно, тут уже конец этажа. Или нет? Да уж, этажи действительно огромные. Бленк руна. А еще двое. А если я не буду двигаться? Печаль. Я даже не подумал, что я магазин тоже не видел. 9 вольт. Пусть будет. Блин, это черная руна была.
Я еще подумал про черную руну, но что-то забил. Подумал, может быть, и вас. Ура, я нашел золотую. Пусть будет. Пользы от него немного. Но хоть какая-то есть. Жесть, Декстер, ты мне прямо копье в душу засунул. Как тебе не стыдно такие вещи говорить? Они долго еще будут? Все равно хрень какая-то. Спасибо. А, у меня же 9 вольт. Ну, тогда, может быть, эта активка не настолько и плохая. Может, я даже научусь ей прицеливаться. Урон, конечно, сомнительный. Я не понимаю, как целиться этой активкой. А, пауки! Настоящие. Она вниз, да, бьет. What? Она по рандому, что ли? То вверх, то вниз? Мата.
Да я понимаю, что она в 5 сторон стреляет, камон. Вопрос в другом. Она то вверх стреляет звездой, то вниз стреляет звездой. Сейчас она вверх стрельнула. Может, она от движения? Сейчас узнаем. Сейчас тоже вверх было. Тесно было, я не увидел. Сейчас узнаешь, почему я не взял синее сердце. Сейчас вверх было. Когда тесно, непонятно в какую сторону. Может быть, она реально от движения? Я не уверен насчет этого. Белое сердце мне не нужно. Походу да, походу зависит от того, в какую сторону двигаешься. То есть вот я сейчас туда двигаюсь, и он туда выстрелил. Окей. Спасибо, чат, вы полезны. Я бы не догадался бы. Чё тут красное сердце? А. Комнаты переставились. В таком случае активка очень даже крутая. Ну, у меня такой шанс на сделку большой, даже после того, как я получал урон. Его не шотает. Пилюли идут нафиг. Смолрок не открыт, так что мечные камни не имеют смысла. А чё такой шанс-то большой, я не понял. Я сбить
собирался. Блин, мне не надо было этот контракт брать, да? Акт. Твою мать. Ну, конечно, она открылась. Мне не надо было брать предмет с шипов. Это он не позволяет сделке сбиваться так сильно. Потому что нормал, да это не важно. По-любому кто-то еще будет. Да, что-то я забыл про эту функцию. Листка с прощением, или как он там... Не помню, как он называется правильно. Акт помилования, по-моему. По-нормальному называется. Купить, что ли, все-таки пилюли? Да не, не хочу. Ну ладно, убедил. Speed up. Melatonin health up. Странно наблюдать синий костер, который так мало дамажит. Газ как нуля. Хорошо сел. Удачно. Бомбочку вернуть. Я, в принципе, уже много бомб. Можно даже спичку выкинуть.
Кажется, я к боссу иду. Может и нет. Какая странная комната. Бомб у меня много. Я вообще никуда не пришел. Просто тупик. Вообще-то здесь огромная куча грибов. Нормально. О, золотую нашел. Удивительно. Придется возвращаться. Ладно, давай. Первой же комнате задамажился. Возможно, фолио комнаты не рассчитаны на использование мозгом. Есть у меня такое подозрение. И за императором. Хочу ли я сходить за красными сердцами? Да не, пофиг. Идем к боссу сразу. Или скорее в предположительно сторону босса. Я из-за этих микрочеликов уже второй раз дамажусь. Хороший предмет. Но у меня активка хорошая.
А! Там не было прохода. Куда мне столько хп? Ну да, там ребус, но мне активка все равно не нужна. Excel, это очень хорошо. На один этаж меньше проходить. Было бы прикольно в эту комнату попасть с маленькой дальностью. Этаж больше не стал от Excel. Они и так максимально большие в этом челлендже. Ограничение игровое все еще работает 13 на 13. Наверное, я его накормлю. Это очень хорошо. Теперь я знаю, где тупики, и можно предполагать, в какую сторону идти. Это полезно. Давай. Нормально, нормально. Все здесь. Так ли мне нужна еще одна золотая комната? Она, скорее всего, очень далеко. Блин, а если следующий этаж тоже Excel, то это будет вообще шедевр.
Куда мне столько? Офигеть, это реально Excel. А почему так? Меня еще и к сердцу портануло. Самая страшная часть в итоге просто захайролилась. Да, вот так вот. Диван. Диван открыли. Нормально. Круто.